Оператор, продюсер, режиссер и гример. Абсолютно каждый человек на съемочной площадке вносит свой вклад в создание собственного кино. Участники киноакадемии уже начали съемочный процесс. А как именно он проходит, узнаем прямо сейчас. Начало положено. Участники зимней детской киноакадемии в смене уже погружаются в увлекательный процесс съемок. Сейчас для них важны все детали. Подходящая локация, грим, удачная постановка кадра и многое-многое другое. Команда фильма «Ребенок на прокат» не исключение. Его участники дали старт прямо на берегу моря. Процесс съемок начался и у фильма «Чудо». Киноакадемики не жалеют силы, стараются сделать кадры максимально красивыми. В съемках принимают участие от мала до велика. Ульяне Комиссаровой, главной героине фильма, всего 11 лет. Мы сняли пока что первые вот сценки и вот последнюю. И, ну, все классно, здорово. Я здесь первый раз в смене. И впечатления просто замечательные. Я хочу доснять этот фильм. А я снимаюсь не в одном фильме, а в трех фильмах. И в двух главная роль, один второстепенный герой. И в одном буктрейлере. Еще один фильм с необычной задумкой под названием «Кукушка» уже начал создаваться в смене. Продюсер Елизавета Захарова поделилась о зарождении идеи фильма. На самом деле мы играем на гитаре вместе с моим режиссером. Я привезла в смену гитару. И как-то вечером мы сыграли песню «Кукушка», потому что она нам очень нравится. И пришла наша вожатая и начала показывать язык жестов. И в этот момент мы просто друг на друга посмотрели, такие, мы знаем, что мы будем снимать. После вчера мы сняли тизер, мы сейчас работали, все разбили тарелку, все хорошо, там официальная часть пройдена, съемки начинаются, пережить бы нам питчинг, а так... Мы надеемся, что все получится. Главная героиня фильма Екатерина Морозова уже многое выучила на языке жестов. Я сейчас покажу фразу, которая значит «лучше, чем на прошлой неделе». Мы втянулись в работу, и стало все так интересно, и вот этот проект, он просто меня так вдохновляет. Я очень рада, что я принимаю в нем участие. Участники киноакадемии настроены на серьезный результат, а значит, им предстоит нелегкая, но интересная и творческая работа.